участвуем уже третий раз, и последний запомнился очень хорошими впечатлениями, потому что мы выиграли, и надеемся, что, конечно же, в этот раз мы тоже победим, выиграем и заберем кубок, и надеемся, что приз. Команда соперника Пашина очень сильная команда, мы с ними не раз встречались, и всегда на больше-меньше по партиям выходили. И где-то мы побеждали, где-то они побеждали. Поэтому сегодня будет упорная борьба, и мы надеемся победить. Готовились мы, как всегда, дружно, настрой у нас боевой. И с этой командой мы последний раз встречались на турнире «Новый год». Мы выиграли, было сложно, но мы старались. И в последней партии, в третьей, мы перехватили боевой настрой и, собственно, победили. Надеемся, что в этот раз все тоже сложится наилучшим образом. Вчера был достаточно напряженный полуфинал эмоционально, но сегодня мы уже играли более расслабленно. Даже несмотря на отсутствие одного из основных связующих, я думаю, что игра удалась. К сожалению, не получилось победить. Пашина очень просто сильный соперник, и я думаю, это основная причина. Мы уже с ними боролись в финалах на турнире «Новый год». Там было чуть ближе, конечно, у нас была больше борьба, это сильнее. Но сегодня чуть-чуть нам не хватило, мы в одной партии почти зацепились. Я думаю, если бы зацепились, мы бы победили. Все получалось. Большое спасибо семье и друзьям за поддержку. Все было здорово. Я верила в то, что я выиграю. Я очень долго знаю команду Пашина.
с 93-го года, заметим. Тогда они еще назывались и по-другому. Это первый мой приз, который я выиграла благодаря команде, которую я очень люблю.